Коллеги, ну название вы видите уже на экране. Я буду говорить об истории Ричарда III Томаса Мора в несколько нетрадиционном ключе. Ну, конечно же, Томас Мор – это фигура, мягко скажем, известная. О нем написано огромное количество всего, в том числе и на русском. Да что говорить, есть даже англоязычный журнал «Мариана», где регулярно публикуются самые разные исследования, связанные с жизнью и творчеством этого, без всякого преувеличения, можно сказать, великого человека. Но, тем не менее, именно в этом ракурсе, к сожалению, пока ничего не написано. Собственно, этот доклад, он родился из моего желания понять, а почему же текст, с которым мы будем иметь сегодня дело, «История Ричарда III», почему этот текст настолько популярен, почему он до сих пор пользуется доверием историков, если не в частностях, то в целом, конечно же, не всех, но тем не менее. И почему этот текст при достаточно очевидных недостатках, тем не менее, на протяжении, ну, как минимум, 3 столетий считали абсолютно эталонным источником, образцом того, как, в принципе, нужно писать исторические сочинения об истории войн Рос вообще и о Ричарде III в частности. Итак, давайте приступим. Начнем мы с того, что современники оценивали этот документ, историю Ричарда III, очень высоко. Они считали действительно ее образцом для подражания. Более того, после того, как труд Томаса Мора вышел, всю историю войн Рос переписали в похожем ключе. Я имею в виду и риторически, и стилистически, и даже отчасти интонационно. Итак, современники в достоверности истории Ричарда III не сомневались, о чем свидетельствует хотя бы огромное число публикаций. Ну, в качестве наиболее красноречивых примеров можно сказать, что историю Ричарда III публиковали в течение даже 16 столетия более 5 раз, и, в частности, в составе культовых источников 16 века «Хроник Холла», «Холиншеда», и перепечатывали ее там только с небольшими купюрами, а так, фактически, без запятой, текст никак не отделялся, и, в принципе, вот этот вот документ, он воспринимался как последнее слово науки по истории Ричарда III. Ну, Шекспир на нем основывался, потому что, как вы знаете, читал-то он «Холла» и «Холиншеда», но в «Холле» и «Холиншеде» Ричард III, он в точности такой, каким его описал Томас Мор. Хотя здесь нужно оговориться, когда мы говорим, что современники считали сочинение Томаса Мора историей, это не означает, что оно является историей в современном смысле слова, так как критерии достоверности и научности, как вы все знаете, были принципиально иными. И на самом деле, когда речь шла об истории, имелась в виду некоторым образом причесанная история, такая полуправда. То есть считалось вполне допустимым закруглять характеры персонажа. Если уж злодей, то злодей во всем. Если так называемый добрый король, ну вот это вот словесное клише, излюбленное всеми писателями Средневековья, то добрый король опять же во всех отношениях. С цифрами обращались средневековые историки, историки раннего нового времени довольно вольно. Ну, например, численность армии указывалась фактически с потолка, то есть любое число, которое являлось синонимом «много» или «мало». Можно было что-то замалчивать, что-то преувеличивать, интерпретировать, и фактически речь шла о некой повседневной практике, если не обмана, то очень сильного приукрашивания действительности. Однако уже впоследствии историки доказали, что Томас Мор этим довольно свободным правилам следовал, мягко скажем, не вполне. То есть на самом деле в его масштабном сочинении правды гораздо меньше, чем можно было бы предположить, и главным отступлением от истины является основная идея, что Ричард III – это некий такой образец тирании, самый ужасный из правителей, которого знала Англия, совершивший множество преступлений и так далее, и так далее. Ну, в данном случае иллюстрации, они не имеют какого-то особенно прямого отношения к тому, о чем я говорю. Это просто вот страницы первого научного издания «Истории Ричарда III» Томаса Мора, которые вызывают лично во мне, как в историке 15 века, эстетическое наслаждение. Такой шрифт, все такое замечательное и красивое, во всяком случае, на мой взгляд.
Итак, я возвращаюсь к основной тематике, к тому, собственно, почему мы верим в то, что писал Томас Мор. Существует целый ряд факторов, которые напрямую к содержанию истории Ричарда III не относятся, но тем не менее заставляют нас воспринимать этот текст как едва ли не безоговорочно достоверный. И, конечно, в первую очередь это личность автора. Что мы знаем о Томасе Море и что заставляет нас фактически влюбляться в его произведение? Ну, конечно, Томас Мор – это честнейший человек, и здесь не может быть никаких иных вариантов. Все мы знаем, что даже смерть он принял, потому что оказался чрезмерно принципиальным и не согласился с церковной реформой Генриха VIII, с его желанием вступить в брак с Анной Болейн во что бы то ни стало, и за это лишился головы. Ну, согласитесь, это поступок, внушающий громадное уважение. Мы знаем, что Томас Мор – это известный ученый. Пусть он не историк, а скорее философ, но все-таки это науки смежные. И, разумеется, тоже многократно повышают ценность любого написанного им текста. Мы знаем, что Томас Мор – это видный деятель эпохи Возрождения. Собственно, в Англии он самый видный. Другой, сравнимый с ним по масштабу фигуры, пожалуй, найти и вряд ли удастся. Знаем, что это не кабинетный ученый, а политик, государственный деятель, а поскольку в истории Ричарда III Томас Мор заявляет, что раскрывает тайные пружины политики второй половины XV века, то, конечно, как искушенный в этой сфере человек, он мог их интерпретировать, обсказать гораздо лучше, чем какой-нибудь клирик, пишущий где-то в далеком монастыре. Знаем мы, что Томас Мор был лондонцем и жил в столице, а, собственно, именно в столице происходит большая часть того, что Томас Мор в своем сочинении описывает. Ну и, наконец, мы знаем, что Ричарда III он застал. Конечно, на момент смерти Ричарда III Томас Мор был очень юн, ему исполнилось всего 7 лет, но все же он современник, он очевидец, короля, вероятнее всего, видел во время коронационной процессии и других торжеств, поскольку это был такой праздник, на который стекалось все без преувеличения населения Лондона. Итак, первый фактор – это личность автора, которая, конечно же, нас очаровывает. Второй момент – это то, что история Ричарда III самая подробная, что можно найти об этом монархе, причем все остальные сочинения, они на порядок скуднее по объему. Ну и, наконец, третье обстоятельство, созданный Мором образ, он идеально вписывается в концепцию тюдоровской историографии. Наверняка все из вас слышали словосочетание «тюдоровский миф». Это концепция войн-роз, которая была придумана фактически по прямому указанию властей в конце 15-го, начале 16 века, и одним из главных ее элементов было всяческое очернение последнего из Йорков Ричарда III, но оно было абсолютно необходимым, так как Генрих VII, первый из Тюдоров, на престоле чувствовал себя не слишком уверенно. Он и пришел к власти в результате государственного переворота, и права свои, по сути, обосновать не мог, ну, в частности, в парламентском акте, который приветствовал его восшествие на престол, значится, что трон он получил по праву завоевания. Иными словами, династические основания были недостаточно вескими, чтобы их можно было официально обнародовать, во всяком случае, сразу же, после прихода Тюдоров к власти. И восстания были сторонников Йорков, и так далее, и так далее. И вот результатом явилась концепция, в соответствии с которой Ричард III провозглашался тираном, детоубийцей, человеком, от которого первый из Тюдоров просто спас Англию, и которому, соответственно, я имею в виду Генриха VII, что ему Англия должна была быть благодарна за это чудесное спасение. И труд Томаса Мора, он полностью в эту точку зрения вписывается. Да, собственно, до сих пор историки-традиционалисты, то есть те, кто не любит Ричарда III, ну, тут отступает тема, я хочу сказать, что на самом деле Ричард III, он фигура удивительная, и к нему невозможно абсолютно относиться равнодушно. Все историки делятся только на две категории. Те, кто Ричарда III любит, и те, кто его ненавидит. Третьего мнения мне, как
человеку, изучавшему историографию, так найти и не удалось. Итак, вот те историки, которые Ричарда III не любят, до сих пор, невзирая на все, что выяснилось про историю Ричарда III, при чтении этого текста испытывают истинное наслаждение и пытаются так или иначе его использовать. Что касается ричардианцев, то есть сторонников Ричарда III, то здесь ситуация абсолютно противоположная. Им при чтении этого документа гарантировано различие желчи. И с этой реакцией я неоднократно сталкивалась, в том числе на исторических форумах. И даже в связи с этим в XIX веке была предпринята попытка избавить этот текст от авторства Томаса Мора. То есть настолько он казался плохим, недостоверным и очерняющим Ричарда III, что некоторые историки стали говорить, что писал-то этот текст не Томас Мор, а епископ Мортон, и, соответственно, великий гуманист не имеет к нему никакого отношения. Ну, сейчас, конечно же, доказано, что именно Томас Мор создал этот текст, да мне кажется, что здесь вряд ли уместны какие-то колебания. Ну, хотя бы потому, что история Ричарда III никоим образом Томаса Мора не очерняет. Этот текст настолько гениален, что нам остается им только восхищаться. Ну, а то, что он не нравится любителям Ричарда III, в конце концов, они, наверное, до сих пор в историографии в численном меньшинстве. Итак, на настоящий момент историю Ричарда III воспринимает как не до конца достоверный текст, и одним из главных оснований для этого служат возможные цели, в соответствии с которыми Томас Мор взялся за перо. И главной его идеей, главным побудительным мотивом, безусловно, было показать историю такой, какой она должна была бы быть. На самом деле, чем больше, чем дольше я работала с этим текстом, тем более во мне крепло убеждение, что это некая вариация на тему утопии. То есть абсолютно прекрасное, опрокинутое в прошлое представление о том, какой должна быть политика и как история карает злодеев и награждает людей добродетельных. Именно поэтому в истории Ричарда III, наверное, и так много отступлений от безусловной исторической правды. Второй момент несколько менее очевиден, но его тоже нужно учитывать. Это соревнование с другими гуманистами. Дело в том, что практически в то же самое время друзья, соратники Томаса Мора заканчивают очень похожие тексты. В 1514 году была в черновиках готова история Англии Полидора Вергилия. Ну, этот человек широко известен в узком кругу. Он известен всем, кто занимается историей Англии второй половины 15 века. Это итальянец, который по поручению Генриха VII написал историю Англии. Написал именно в том ключе, который был выгоден династии Тюдоров, ну а именно Генриху VII. Был он в очень хороших отношениях с Томасом Мором. Томас Мор сочинение Полидора Вергилия, вне всякого сомнения, читал, использовал, они работали параллельно, и здесь, конечно, соревновательный момент может присутствовать. Тем более, что Полидору Вергилию за его сочинение заплатили очень и очень недурные деньги, возможно, здесь и третий мотив всплывает – честолюбие, но Томас Мор свою-то историю не дописал, почему об этом историки спорят до сих пор, наверное, это так и останется загадкой. Но не только Полидор Вергилий работал над похожим сочинением. Опять же, практически тогда же, в 1516 году, еще один друг Томаса Мора, Эразм Роттердамский, на этот раз фигура более чем значимая, закончил работу над сочинением, по сути, очень близким к тому, о чем пишет Мор, над так называемым наставлением христианскому государю. Правда, у них несколько иной ракурс. Томас Мор сосредотачивает свое внимание на очернении тирана и живописании того, каким государь не должен быть. Эразм Роттердамский же, наоборот, в своем сочинении пишет о том, каким христианскому правителю быть надлежит. Но, тем не менее, вот этот вот соревновательный момент, на мой взгляд, достаточно ощутим. Итак, давайте перейдем к тому, в чем Томас Мор отступает от истины. На самом деле, поскольку регламент доклада достаточно ограничен, но это только на первый взгляд кажется, что 50 минут много, а как только начинаешь говорить, оказывается, что это безумно мало, даже меньше, чем обычная студенческая пара.
Поэтому я не смогу остановиться на всех вопросах. С вашего разрешения я попытаюсь осветить только первые и последние моменты, а именно изменение картины «Воин Рус» и демонизацию Ричарда III, и то в наиболее очевидном ключе. Итак, картина «Воин Рос». На самом деле то, что пишет Томас Мор в начальных абзацах своего сочинения, от реальности отличается на порядок. И здесь, как ни странно, даже Шекспир по сравнению с ним является достоверным источником. Что именно не так? Мы знаем, что «Воины Рос» начались либо в 1452, либо в 1455 году, но в любом случае начались с восстания. В 1452 один из самых могущественных магнатов Англии, Ричард Йорк, собрал армию по численности равную королевской, но войска так и не вступили в сражение. В 1455 первое сражение, битва при Сент-Олбансе состоялась, и с этого уже все историки «Воины Рос» начинают. Как начинает «Воины Рос» Томас Мор? Он пишет, что Ричард, герцог Йорк, муж благородный и могущественный, некогда начал не войной, а законным путем добиваться короны, заявив о своем требовании в парламенте. Ричард Йорк, конечно, заявил о своем требовании на корону в парламенте, никто с этим не спорит. Но произошло это на 5 лет позже, в 1460 году, после целой серии сражений и после того, как Генрих VI уже попал в плен к йоркистам. Ну, тогдашний король, то есть, ну, здесь говорить о том, что началось все с петиции парламента, значит, мягко скажем, от реальности отступать. И здесь как раз вот роль парламента достаточно сильно преувеличена, так как Томас Мор, я считала, он 5 раз это обстоятельство подчеркивает и педалирует в течение своей истории. То есть он говорит о том, как должно быть. Если вы хотите корону, извольте, в петицию в парламент подайте, и, может быть, ее удовлетворят. Дальнейшие обстоятельства также достойны отдельного упоминания. Например, сказано, что парламент удовлетворил иск Ричарда Йорка то ли в силу большой к нему любви, то ли в силу того, что Генрих VI был скорее наивен, чем мудр, но здесь такой очень тонкий намек на его безумие, и то ли потому, что в королевстве было не совсем спокойно, но не совсем спокойно, мягко скажем, согласитесь. А также упоминается, что полностью игнорировались права на корону принца Эдуарда Ланкастера, это сын Генриха VI, хотя он был хорошим принцем. Здесь, опять же, сложно поспорить, принц Эдуард был хорошим принцем, он хорошо кушал, хорошо рос и нормально развивался, он был ребенком. Совсем небольшого возраста, он родился за 5 лет до этого, и, конечно, вряд ли кто-то мог его права на корону тогда по-настоящему серьезно рассматривать. Далее реставрация Ланкастеров, которая произошла в 1470 году. Там, если посчитать точно, то около полугода был промежуток, когда Генриха VI на престоле восстановили. Томас Мор дает крайне примитивную картину. Самый могущественный магнат уже времен Эдуарда IV, граф Уорвик, так называемый создатель королей, или в более распространенном русском переводе делатель королей, поссорился с Эдуардом IV только из-за того, что Эдуард IV женился без его ведома, посадил Генриха VI на трон, ну а Эдуард IV потом вернулся с армии Уорвика в битве, умертвил и вновь на трон сел. Здесь на самом деле история похожа на истину, но очень не хватает одного человека, а именно супруги Генриха VI Маргариты Анжуйской. Ее не хватает в обоих эпизодах. Она одна из самых заметных личностей времен «Воин Рос». Именно она возглавляла партию Ланкастеров, так как ее муж Генрих VI был полностью не способен к управлению государством. Она собирала войска. Она организовывала многочисленные высадки сторонников Ланкастеров, которые продолжались в начале царствования Эдуарда IV. Именно она воспитала своего сына, принца Эдуарда Ланкастера, так что он не забыл о своих притязаниях на корону. И, наконец, последнее сражение вот этого вот этапа «Воин Рос» 1471 год – это битва при Тьюксбери, когда армия королевы Маргариты, а не Уорвика, терпит поражение от войск Эдуарда IV, и только с этим фаза «Воин Рос» заканчивается. Вот Маргариты Анжуйской в истории нет, ее нет вообще. В свое время это обстоятельство меня изрядно шокировало, я даже начала ее искать, нашла.
Она упоминается как супруга Генриха VI, чьей фрейлиной придворной когда-то была будущая супруга Эдуарда IV. Все. То есть здесь тоже идеализированная картина. Томас Мор был твердо убежден, женщинам в политике не место. И если они все-таки туда проникают, то об этом лучше не говорить, если это возможно. Ну, а если об этом не говорить невозможно, то нужно всячески показать, что ведут они себя недопустимо, и ни к чему хорошему это не приводит. Ну, например, супруга Эдуарда IV Йорка, Елизавета Вудвиль, характеризуется не слишком благожелательно в истории Ричарда III. Ну, в частности, один придворный говорит, что если бы у нее было столько же доброй воли, сколько тонкого ума, то, наверное, история была бы гораздо более к ней благосклонна. То есть, ну, негоже и еще раз негоже женщинам в политику вмешиваться. Последнее обстоятельство, которое я хотела бы здесь осветить. Томас Мур несколько раз подчеркивает, что у Йорков были все права на корону, они не просто затребовали их в парламенте, они не дождались наследования. Эдуард IV вступил в мирное владение королевством, как только Генрих VI был с престола смещен. То есть, что у нас получается? У нас получается, что, по сути-то, никаких войн Рос не было. Ну да, ну были некие попытки Ричарда Йорка трон получить в сражении. Он погиб, Эдуард IV быстро за смерть отца отомстил, в мирное владение королевством вступил, и все. А вот настоящие войны Рос, настоящие беспорядки, беззакония и ужасы гражданской войны – это Ричард III. И здесь, конечно, истина даже не ночевала, потому что сторонники Ричарда III посчитали жертв его кровавой тирании – это 10 человек. И хотя мы все, наверное, в душе гуманисты и этим людям сочувствуем, но согласитесь, 10 – это число, мягко скажем, недостаточное для того, чтобы Ричарда III образцом тирании и ужасов гражданской войны считать. Итак, история войн Рос изменена до крайности. Второй момент, где я хотела бы коснуться необъективности Томаса Мура, это демонизация Ричарда III. Здесь удобнее всего привязаться к тому, что достоверно известно, а именно к внешности Ричарда III. Томас Мур приводит следующее описание, что Ричард III был мал ростом, дурно сложен, с горбом на спине, левое плечо намного выше правого, неприятный лицом, весь таков, что иные вельможи обзывали его хищником, а прочие и того хуже. Правая рука совершенно высохшая и маленькая. Ну, слава богу, сейчас дискуссии на эту тему полностью завершены, так как в 2012 году останки Ричарда III были обнаружены. Вот фото этих останков. И здесь вы видите его единственный физический недостаток, а именно сколиоз. То есть левое плечо действительно выше правого, правда, не намного, потому что примерно похожую картинку искривления мне удалось найти, и под одеждой это не слишком заметно. Если брать даже словесные описания современников, то далеко не все, в принципе, этот недостаток видели. Но, согласитесь, костюмы в 15 столетии носили достаточно закрытые, массивные, с накладными плечами. И здесь сколько-нибудь искусный портной такого рода недостаток скроет легко. О горбе, разумеется, нет и речи. А что касается лица, то, опять же, вот вам объективные данные, пластическая реконструкция. На мой взгляд, этот мужчина... Да-да-да, это по скелету, то есть это все абсолютно научно. Так, на мой взгляд, этот мужчина хорош собой. Да, мне он тоже очень нравится. Вообще, я как-то на нападки на Ричарда III реагирую нервно, я отношусь к тем, кто его любит. Когда я писала о нем книгу, я, конечно, пыталась сдерживать свои порывы, но, как шутят мои близкие, это мой любимый мертвый мужчина. Итак, друзья мои, у нас есть не только эта пластическая реконструкция, у нас здесь есть визуальный пример, это портреты. Первый портрет, который в арке, он был создан в 1516 году и является точной копией прижизненного изображения Ричарда III. Согласитесь, на пластическую реконструкцию он очень и очень похож. А вот второй портрет, к сожалению, виден он не идеально, но здесь придется вам верить моему словесному пересказу, либо, может быть, потом посмотреть это на компьютере. Там достаточно хорошо просматривается горб, то есть совершенно изменена линия спины. Видна вот такая вот искореженная левая рука.
И лицо также, оно претерпело заметные изменения. То есть он, конечно, не урод, но привлекательным этого мужчину назвать очень и очень сложно. И на самом деле вот эта вот тенденция, она была в живописи заметна именно под влиянием истории Ричарда III. Вот конкретно этот портрет, известный под условным названием «Сломанный меч», создавался под впечатлением от произведения Томаса Мора. Есть вторая пара, слева это портрет из так называемой королевской коллекции. Он чуть-чуть подредактирован, там тоже некое неравенство плеч обозначено, но лицо вполне приятное. А справа то, во что это превратилось, там лицо довольно грубое, и горб виден достаточно хорошо. Так, ну может быть гравюры будут видны лучше? Да, гравюры видны получше, ура, они на белом фоне. Это уже под впечатлением от Шекспира. И здесь и горб просматривается, и очень любопытная вещь, которая заметна. Ричард III выглядит стариком. Сколько бы вы ему дали? Ну где-то да. Он умер в 32. И это та тенденция, которую впитывают англичане под влиянием письменных источников, потому что и Томас Мор, и Шекспир, они приписали Ричарду III такое количество преступлений, что в короткие 32 года их просто не уместить. Ну, у Шекспира Ричард III вообще превращается в настоящий двигатель войн роз. Именно он уговаривает своего отца конфликт начать, хотя на тот момент ему было 3 года, и вряд ли он был способен на столь активную деятельность. Он во всех сражениях принимает участие, с его гибелью войны роз заканчиваются, и там даже вывод совершенно блистательный у Шекспира. «Исчезли распри, кончилась вражда, да будет мир на долгие года», произносит Генрих VII на поле битвы при Босфорде. То есть тиран погиб, теперь можно жить спокойно. И эта гравюра, пожалуй, ярче всего иллюстрирует вот эту вот трансформацию внешности Ричарда III. Здесь видна и сухая рука, и горб, и старческие изменения в лице. И, в общем, все это крайне и крайне далеко от того, что мы на самом деле по истории знаем. Итак, не останавливаясь на дальнейших отступлениях, я надеюсь, чуть-чуть мне вас убедить удалось, хотя Томас Мор, он, конечно, фигура для русской историографии особенно культовая, ведь помимо всего того, о чем мы говорили, прибавляется еще идеологический момент. Конечно, он основоположник утопического социализма, раз, и второе, что несколько менее известно, но тоже было для русской, советской, простите, историографии принципиально, войны роз рассматривались как очень важная аналогия феодальных войн 15 века на Руси. И поэтому их нужно было осмысливать вот в таком же ключе, и Ричард III тоже считался как бы неким воплощением феодальной анархии. И еще один момент для русскоязычной аудитории важный, это то, что мы текст истории Ричарда III, разумеется, воспринимаем в переводе, а переведен он с комментариями Кузнецова, который был ярым выразителем именно такой точки зрения, и в частности у него можно прочитать, что история Ричарда III достоверна, и там нет ни одного факта, который не был бы известен другим историкам. Здесь на самом деле Кузнецов, он жертва того же психологического феномена, что и остальные историки. Мне кажется, что история Ричарда III, она настолько цельна, там до такой степени четко чувствуется авторская концепция в каждом слове, что ее можно воспринимать, если не вчитываться специально, только как целое. И мы либо полностью ее принимаем, либо полностью ее не принимаем. Итак, давайте обратимся непосредственно к теме моего сегодняшнего выступления – стратегии обмана в истории Ричарда III. То есть я попытаюсь сосредоточиться на тех методах и приемах, при помощи которых Томас Мор превратил крайне недостоверный текст во многих и многих отношениях, отступающий от истины, в эталон исторического источника. Ведь на самом деле до второй половины XIX века по истории Ричарда III достоверность других источников сверяли. И считали, что вот у нас есть недосягаемый идеал. Если где-то написано что-то другое, значит, это неправда. Итак, давайте по этим моментам пройдемся. Во-первых, это наличие масштабных литературных и драматических вставок,
которые сообщают такое количество деталей, что взгляд поневоле на них задерживается, и сомневаться в общей концепции уже нет ни психологической возможности, ни сил. Второй момент – это удобство восприятия материала, потому что, ну, это то, о чем я уже говорила, текст очаровывает, а значит, ему хочется верить, потому что мы хотим верить тому, что нам нравится, и не хотим верить тому, что нам не нравится. Это нормальный психологический закон. Томас Мор манипулировал с датами, изменял порядок событий, использовал ложные факты, подменял персонажи, легализовывал слухи и домыслы, то есть пересказывал на страницах солидного исторического сочинения то, что до этого момента существовало исключительно в виде каких-то фольклорных мотивов, кухонных слухов. Ну и, наконец, постоянно апеллировал к чувствам и эмоциям читателей. Итак, давайте обратимся к статистике. Вот эти вот литературные вставки. На самом деле, для того, чтобы эти цифры получить, я все пересчитывала заново. Мне не удалось аналогичных подсчетов обнаружить. Источником моих подсчетов была английская версия. Я как-то запамятовала сказать, существует два варианта истории Ричарда III, английская и латинская. Английская была сначала, на латынь Томас Мор перевел текст потом. Соответственно, я работала с английским вариантом. И то мнение, которое существует в историографии, оно гласит следующее, что где-то до трети занимают диалоги. Я решила пересчитать, но пересчитать все. То есть не только закавыченные реплики персонажей, а на самом деле вы видели текст первого издания, там никаких кавычек нет, там абсолютно монолитное изложение. Как диалоги я считала и мысленные монологи, которые иногда занимают практически страницу убористого текста. Я считала пересказ речей, ну, например, когда Томас Мор говорит, к лорду Гастингсу был от Ричарда III послан гонец, который должен был сказать что. И дальше полстраницы, что этот гонец говорит, но все-таки это диалог, на мой взгляд, или некая литературная вставка. Итак, если все это посчитать, то выходит следующее. Существует четыре масштабных драматических вставки. Это абсолютно сценические эпизоды, которые без труда могут быть разыграны актерами на сцене, потому что состоят они, по сути, из тех же элементов, что и любой драматический текст. Кто говорит, что говорит, реакция массовки. Ну, например, первая драматическая вставка «Смерть короля Эдуарда». Сначала король один лежит в постели и размышляет о том, как малы его дети и как, возможно, трагична судьба государства. Потом он приглашает придворных, они входят. Король говорит длинную-длинную речь, призывая их помириться между собой. Придворные плачут, мирятся, занавес опускается, и сказано, что король Эдуард скончался. Ну, согласитесь, это, с одной стороны, в принципе, допустимо в рамках ренессансной историографии, но объем недопустим. Этих вставок очень много. Они занимают примерно 39% текста, и это только вот эти вот драматические части. Второй момент – это так называемые литературные вставки, то есть в истории Ричарда III есть целый ряд эпизодов, описанных с немыслимым количеством деталей. Например, печально известный совет в Тауэре в пятницу 13 июня, где Ричард III расправился со своими политическими противниками, там описано, как они собрались, что Ричард III сказал, что они подумали, как он позвал стражу, как эта стража всех арестовывала, куда отпрыгнул один епископ, и как другому дали по голове, и так далее. То есть это, опять же, не традиционный исторический текст, а это некие литературные эпизоды. И вот если посчитать все это, то, обращаю ваше внимание на хорошо видную цифру, 57% текста приходится на вот эти вот литературные элементы, что на самом деле очень сильно облегчает восприятие. Вот я попыталась все это отразить графически. Белым – это текст от автора, желтым – это драматические вставки, оранжевым – литературные. Обратите внимание, они идут в строгом чередовании практически. И из-за этого текст истории Ричарда III воспринимать необычайно удобно. То есть как только мы соскучиваемся читать текст от автора, нам рассказывают драматический эпизод.
Он нам надоел, он длинный, как правило. Нам снова рассказывают текст от автора, потом живую литературную сценку, очень часто с юмором, с какими-то прибаутками, они тоже в истории Ричарда Третьего есть. И из-за этого мы как-то даже не устаем, читая, хотя текст по объему очень значительный. Прекрасный баланс значимости. Самые важные сцены, ключевые, описаны в виде драматических вставок, значимые в виде литературных эпизодов, но все остальное перебивки – это текст от автора. Что еще наше внимание притягивает, что еще нас очаровывает? Каждый раз, когда Томас Мор вводит в историю нового человека, он его представляет, рассказывает, кто он, откуда, с каким характером и что от него вообще можно ждать. Обязательно описываются мотивы и замыслы главных персонажей, и хотя вроде бы нормального историка это должно настораживать, но это не так. Потому что все мы любим ясности, когда все раскладывается по полочкам, нам это нравится вне зависимости от того, пытаемся мы или не пытаемся в это вчитаться. Ну и, наконец, обязательно освещается реакция обычных людей, и это тоже необычайно притягательная черта, потому что, согласитесь, когда мы читаем, ну, например, средневековые хроники или просто произведения ренессансной историографии, утомляет очень сильно то, что там только высокая политика. А здесь высокая политика и обязательно горожане, которые эту политику воспринимают, как правило, очень здраво, обычно комментируют все это и даже иногда разъясняют действия политиков. То есть, еще раз, текст нам нравится, он нам удобен, и это один из мотивов, по которым мы ему верим. Теперь давайте перейдем к следующему пункту – манипуляции с датами. Вообще, на самом деле, как только вы начинаете читать историю Ричарда Третьего, складывается впечатление, что уж с датами-то здесь все идеально в порядке. Давайте я зачитаю эту цитату. «Король Эдуард» – это самые-самые первые слова. «Жизни которого было 53 года 7 месяцев и 6 дней, а царствованию 22 года 1 месяц и 8 дней, скончался в Вестминстере 9 апреля в лето Господню 1483, оставив весьма многочисленное потомство, а именно Эдуарда, принца от роду 13 лет, Ричарда, герцога Йорка, на 2 года моложе, ну и далее основное потомство тоже перечисляется». А теперь давайте посмотрим, что здесь не так. Вот оно красным выделено. Итак, король Эдуард на самом деле чуть-чуть не дожил до своего 41-го дня рождения. Согласитесь, это заметная разница. И здесь мы сталкиваемся именно с манипуляцией датами, потому что Томас Мор Эдуарда IV идеализирует, и ему очень важно показать, что этот король правил, выражаясь условным языком, долго и счастливо. И 40 лет здесь возраст, безусловно, неподходящий для его ухода с исторической сцены, поэтому ему дается на 13 фактически лет больше. Царствование. Что не так с его продолжительностью? Томас Мор не учитывает реставрацию Ланкастеров. То есть получается, что Эдуард IV как начал править, так и закончил. Вот если считать именно так, то да, с днями все правильно. Возраст принцев несколько изменен. Не очень сильно, но тем не менее, старшему принцу было 12 лет, а младшему 9. То есть разница между ними 3 года, и сами дети были немножечко помоложе. Честно говоря, я не могу здесь выдвинуть какую-то абсолютно достоверную гипотезу, но мне все же кажется, что возраст старшему принцу прибавлен для того, чтобы подчеркнуть его возможность участия в политике. Томас Мор несколько раз пишет о том, что принц защищал своих родных, о том, что он имел определенные взгляды, и от 13-летнего юноши это можно ожидать несколько с большим успехом, чем от 12, все-таки в этом возрасте год это большая разница. Реставрацию Ланкастеров в тексте Томас Мор чуть-чуть удлиняет. Он говорит, что король Эдуард IV был в изгнании 2 года. Но здесь, наверное, та же самая эпичность, попытка растянуть повествование. Но в любом случае даты не все правильные. Есть какие-то ошибки, описки. Но тем не менее, то есть безупречной точности нет. Есть трансформация реальности в нужную Мору
картину. И эта трансформация, она еще ярче выступает, когда речь идет о внутренних эпизодах. Томас Мор очень любит подчеркивать параллелизм событий. В частности, когда он описывает гибель лорда Гастингса, это один из вернейших соратников Эдуарда IV, который вначале поддержал Ричарда III, а потом был по приказу Ричарда III казнен. И вот Томас Мор всячески подчеркивает, что в тот же самый день и в тот же самый час, когда погиб лорд Гастингс, были казнены и родственники жены Эдуарда IV, Елизаветы Вудвиль. В чем здесь проблема? Проблема в том, что когда лорд Гастингс поддержал приход Ричарда III к власти, назначение Ричарда III протектором, он санкционировал арест и позже санкционировал казнь родственников королевы. То есть здесь как бы поступок и воздаяние. На самом деле о совпадении здесь речь идет весьма условно, так как Гастингса казнили 13 июня, а родственников королевы 25-го. И дело это было не в Помфрите, а в Понтефракте, но здесь, вероятно, банальная ошибка. У Томаса Мора на самом деле небрежности есть, и не в таком уж маленьком количестве. Это, кстати, еще один аргумент того, что он не писал сам для себя историю. Он имена путает многих персонажей, иногда вот даты и так далее, но в данном случае в разобранном фрагменте речь идет о подгонке реальности под такую вот идеализированную картину, чтобы в истории появилась ярко выраженная мораль. Изменение порядка событий. В истории Ричарда III имеет место единожды, но это достаточно значимый эпизод, который, кстати говоря, был подхвачен всеми последующими историками XVI века. О чем идет речь? Томас Мор вычерчивает очень-очень логичную картину. Он описывает, что Ричард III сначала добился назначения себя протектором, это неправда, Эдуард IV назначил его протектором в завещании, затем воспользовался авторитетом соратников Эдуарда IV для того, чтобы установить контроль над обоими детьми покойного короля, то есть старший принц находился в его распоряжении изначально, младшего принца, супруга Эдуарда IV, Елизавета Вудвиль, увела с собой в церковное убежище, и он был оттуда фактически насильно извлечен по решению Королевского совета. Итак, у Томаса Мора событийный ряд такой. Сначала Ричард III использует соратников Эдуарда IV для того, чтобы младшего принца заполучить, а потом, как уже ненужных ему, этих соратников казнит. Тем более, что они могли бы поддержать все-таки права принцев на престол и не дали бы Ричарду III узурпировать власть. Все было ровно наоборот. Сначала печально известный совет в Тауэре в пятницу 13-го, потом через 3 дня принца извлекают из убежища при полном одобрении Королевского совета. Но согласитесь, наоборот, выглядит гораздо логичнее. Именно поэтому идея была подхвачена и принята за истину. В истории Ричарда III достаточно много фактов, отличающихся от истины, но вот методика, при помощи которой Томас Мор их сообщает, она заставляет нас безоговорочно ему доверять. Во-первых, Мор всегда подчеркивал, что пишет по свидетельствам очевидцев и очень часто говорит по свидетельствам кого. На самом деле, как правило, оказывается, что все это не выдерживает критики, но само заявление оно подкупает. Второй момент – это то, что вымысел подается как всем известная истина. Ну, давайте я приведу конкретный пример. На совете в Тауэре в пятницу 13-го Ричард III якобы обвинил любовницу Эдуарда IV в том, что она пыталась навести на него порчу и якобы в доказательство этого показывал свою иссушенную руку. Давайте я зачитаю. И тут он подтянул рукав своего кафтана до локтя и показал свою левую руку, совершенно высохшую и маленькую, но лишь потому, что она всегда такой и была. Дальше идет 2 абзаца текста и снова. Да и здесь не было человека, который бы не знал доподлинно, что рука у него всегда была больной с самого рождения. То есть на самом деле про то, что у Ричарда III была сухая рука, кроме Томаса Мора никто не знал. Этот слух даже не циркулировал в каких-то других источниках. Это его абсолютный эксклюзив, новация. Но тем не менее сообщается он как факт, в котором никто и сомневаться-то не мог, потому что все о нем прекрасно знали, и, как правило, так и происходит. То есть едва ли не каждая новация подается как общепризнанная истина. Вымышленные факты многократно повторяются, но я, собственно, уже приводила пример с тем, что Ричард Йорк якобы затребовал корону в парламенте, что было повторено 5 раз.
Другие факты меньше 3-4, но тем не менее в сознании читателя они закрепляются. Особенно значимые ложные факты излагаются с огромным количеством подробностей, и здесь Томас Мор действительно впечатляет, потому что он сообщает целую историю, которая никогда не имела мысла, которая никогда не имела места в действительности. Речь идет о женитьбе Эдуарда IV. Мы знаем, что король Эдуард IV сделал то, что обычно короли не делают, а именно женился по любви на вдове с двумя детьми, не такого уж знатного рода, да еще и старше себя. А брак оказался удачный, тут никаких проблем не было. Проблема была с тем, чтобы этот факт обнародовать. И Эдуард IV первоначально совершил брак тайно. И лишь потом, когда по его поручению переговоры, начатые заранее о его свадьбе с французской принцессой, начали идти на лад, деваться было некуда, пришлось все-таки сказать, что он уже женат. Что пишет Томас Мор? Томас Мор пишет, что ничего подобного не было, что, решившись жениться на Елизавете Вудвиль, Эдуард IV первоначально переговорил со своей матушкой, и их диалог приводится и занимает 5 страниц убористого текста. Матушка ему всячески возражала, но Эдуард IV не послушал, и дальше якобы было торжественное бракосочетание в соборе святого Павла, на котором даже был матушкой учинен скандал. Она привела туда любовницу Эдуарда IV, которая недавно... Ой, вы знаете, у него их было столько, что еще одна это совершенно неуместно. Он был удивительно женолюбив. Генрих VIII отчасти унаследовал это качество от своего деда. И меньше 3 фавориток за раз никогда не имел. Это не считая достаточно интенсивных отношений с женой. Детей у них было много, и пылкость они сохраняли до самого последнего момента. Итак, еще одна любовница Эдуарда IV, дама, которую Томас Мор называет Елизавета Люси, появляется на бракосочетание в соборе святого Павла по настоянию матери Эдуарда IV. Происходит скандал, потому что мать заявляет, что вот видите, она уже беременна, Эдуард IV ее муж перед Богом. И это связано напрямую с правами династии Тюдоров на корону. Вы, наверное, знаете, что Генрих VII был женат на дочери Эдуарда IV. А вот Ричард III как раз всех детей Эдуарда IV объявил незаконно рожденными на том основании, что прежде чем вступить в брак с Елизаветой Вудвиль, Эдуард IV действительно был, ну, не женат, а помолвлен, и не с Елизаветой Люси, а с Элеонорой Батлер. И, в общем, у него трагедия на самом деле превращается в фарс из-за того, что Элеонора Батлер была вполне добродетельной дамой. И детей незаконных от короля у нее не было. И когда она поняла, что Эдуард IV не намерен продолжать факт помолвки, она ушла в монастырь. Вроде бы эта история не была такой горячей, но вот все-таки у Томаса Мора все перевернуто буквально с ног на голову. И все это описано с диалогами, действиями, реакциями массовки. И, как вы понимаете, это одна большая врака. И такой масштабный эпизод один, но вот отступления от истины схожих, их более чем много. Ну и, наконец, самое вкусное, на мой взгляд, это то, что ложные факты не всегда сообщаются напрямую. Томас Мор несколько раз намекает, но намекает так, что читатель остается абсолютно убежденным. Ну, например, когда Томас Мор говорит о том, что любовницу Эдуарда IV, Джейн Шор, ту самую, которая якобы навела на него порчу, по настоянию Ричарда III приговорили к церковному покаянию за то, что она была нецеломудрена телом, он излагает это следующим образом. Простите. Итак, он говорит, что... я просто потеряла эпизод, я его нашла. Итак, обвинил ее в том, что она нецеломудрена телом, и по этой-то причине сей воздержанный, сей чистый и непорочный правитель, прямо с неба неспосланный в наш порочный мир для исправления людских нравов, вынудил лондонского епископа наложить на нее всенародное покаяние, идти в воскресной процессии перед крестом и со свечой в руках. То есть что получается? Нам кажется, что уж не Ричарду Третьему учить так называемую жену Шора нравственности, что, вероятно, он развратник-то куда как почище. А на самом деле это все совсем не так.
Ричард III и в самом деле был человеком нравственным и мог такому покаянию приговаривать. У него даже ни одной признанной любовницы с момента заключения брака, а женился он не поздно. У него есть два незаконно рожденных ребенка, но рожденных до брака. То есть для 15 века эта ситуация почти аномальная. Ну или второй пример, который мне тоже необычайно нравится. Когда Томас Мор говорит о планировании убийства принцев, он говорит, что у Ричарда III было два признанных фаворита, соратника. Итак, я зачитываю. Ричард Рэдклифф и Уильям Кэтсби, не желавшие ни с кем делить королевскую милость, тайными средствами держали Джеймса Тиррелла в стороне от всех секретных поручений. И дальше Джеймс Тиррелл решил выслужиться, совершить для Ричарда III убийство принцев и таким образом проникнуть в его ближний круг. Понимаете, что напрашивается, что Ричард III какой-то преступный авторитет, что у него есть соратники, которые постоянно награждаются секретными поручениями и получают за это недурные деньги. Об этом Томас Мор говорит в другом месте, что Ричард III награждал своих сторонников, но для этого был вынужден разбойничать и грабить в других местах. На самом деле репутация Ричарда III до вступления на трон абсолютно безупречна. Он никогда не был замечен хоть в каких-нибудь сомнительных делах. Напротив, его считали образцом верности Эдуарду IV и, в принципе, образцом вот такого вот по-настоящему целомудренного и, как это сказать, нравственного человека. Подмена персонажей, ну, в принципе, мы этого вопроса уже касались. Самый радикальный пример – это когда Елизавета Люси и Элеонора Батлер меняются местами, и трагедия превращается в фарс. Второй вариант подмены персонажа – это использование имен. Томас Мор грешит этим очень-очень часто. Он берет известные имена людей, принадлежащих, например, к окружению Ричарда III, и приписывает им поступки с этими людьми никак не связанными. Ну, например, когда речь идет об убийстве принцев, Ричард III пишет, что Джеймс Тиррелл, который решил совершить это преступление, для исполнения этого черного деяния назначил Майлса Фореста, одного из четырех телохранителей, парня, запятнавшего себя когда-то убийством, и к нему присоединил Джона Дайтона, своего собственного стременного головореза огромного роста. Историки нашли и того, и другого. Майлз Форест оказался хранителем гардероба в замке Бернард Касл, принадлежащем Ричарду III, то есть, ну, совершенно не криминальный тип. А Майлз Форест, Майлз Форест – это хранитель гардероба, а Джон Дайтон – это человек, который занимал мелкие должности в администрации Оксфордшира и тоже никакого касательства к темному прошлому никогда не имел. И звание у него гораздо более высокое, чем стременной, то есть слуга, поддерживающий стремя. Имена есть. Эти люди имели отношение к Ричарду III, и эти имена придают истории стабильность. Легализация слухов и домыслов. Я постепенно уже пытаюсь закруглиться. Я понимаю, что регламент, как обычно, перебирается. Спасибо большое. Итак, слухи. Томас Мор легализует как минимум 9 крупных слухов. Я на всех, естественно, остановиться не смогу, но первый из них, он блистателен. Здесь есть оговорка, что это слух, но, друзья мои, вы вчитайтесь. Ричард III был злобен, гневлив, завистлив с самого своего рождения и даже раньше. Сообщают как заведомую истину, что герцогиня, его мать, так мучилась им в родах, что не смогла разрешиться без помощи ножа. И он вышел на свет ногами вперед, тогда, как обычно бывает, наоборот, и даже будто бы с зубами во рту. Так гласит молва. То ли это люди по злобе своей говорят лишнее, то ли само естество изменило свое течение при рождении того, кто в течение жизни совершил столь многое против естества. Ну, учитывая все, что после говорится про Ричарда III, понятно, что это естество изменило течение. В свое время я была настолько впечатлена этой цитатой, что даже выясняла, а может ли человек родиться с зубами во рту. Выяснила, может, но этот младенец, скорее всего, не очень жизнеспособен, так как речь идет о тяжелых генетических отклонениях. Но, тем не менее, давайте мы разберем слух, который Томас Мор подает как слух,
Но на самом деле это абсолютно новаторская информация, то, о чем никто до Томаса Мора не слышал, и как раз то, что все историки последующие заимствовали с огромным удовольствием. Итак, что здесь Томас Мор пишет? Что якобы Ричард III еще при жизни короля Эдуарда замыслил, что сам будет королем, в том случае, если королю, его брату, чья жизнь, он видел, должна была укоротиться от недоброго питания, но Эдуард IV, он был изрядным обжорой, случится умереть, оставив детей малолетними, как это в действительности и произошло. Оттого-то, полагают они, и был он рад смерти своего брата, герцога Кларенса, чья жизнь неизбежно должна была помешать его намерениях в обоих случаях, сохранил бы герцог Кларенс верность своему племяннику, юному королю, или попытался бы сам стать государем. Но все же твердой уверенности в том нет, а кто в своих подозрениях опирается лишь на догадки, тот легко может угадать не в попад, в перелет или в недолет. А здесь очень важен контекст. Итак, во-первых, это не слух, это то, о чем современники и понятия не имели. Во-вторых, как раз до вот этой вот ценнейшей информации мы читаем рассказ о том, как Ричард погубил своего старшего брата, герцога Кларенса. Но изначально у Ричарда Йорка детей было трое. Эдуард IV, ставший королем, герцог Кларенс, который был казнен по распоряжению Эдуарда IV, так как имел собственные королевские амбиции, постоянно строил заговоры. Ну и, наконец, младший из выживших сыновей, Ричард, впоследствии Ричард III. Итак, про то, что Ричард погубил герцога Кларенса, мы уже знаем. Теперь нам объясняется в рамках этого слуха, зачем он это сделал. Что сам хотел стать королем, и герцог Кларенс ему мешал. И вот только после того, как эта информация нам сообщена, Томас Мор вспоминает, что все же твердой уверенности в том нет. Но на самом деле читателя-то он убедил, и у нас в голове уже есть, что твердая уверенность существует. К тому же Томас Мор начинает этот слух со слов, что некоторые разумные люди, достойные доверия люди и так далее, то есть и люди полагают, и мы уверены. Ну вот Томас Мор сокрушается, что доказать нечем, а дальше следует доказательство. Доказательство в рамках еще одного слуха. Сразу же за этим Томас Мор сообщает, я не буду весь слух приводить, но вкратце он говорит о следующем, что в ту ночь, когда умер Эдуард IV, слуга Ричарда III прибежал в дом своего приятеля и очень радовался публично, говоря, что ну теперь-то мой господин будет королем. Хотя дети Эдуарда IV еще есть, и вроде бы королевских амбиций у Ричарда III никак быть не должно. То есть нам и доказательства внутри следующего слуха приводят. С точки зрения фактов, если копаться именно в фактах, вроде бы кажется, что здесь слух, и там слух, и там слух, и вроде бы Томас Мор оговаривается, но читателя-то он убеждает. И историки пытаются найти этому подтверждение, и копаются в именах, и ищут слугу, который прибежал в дом к приятелю и радовался. Слугу нашли, но выяснилось, что он не слуга Ричарда и вообще не его приближенный, но имя сообщено верно, как обычно. Итак, собственно, вот эти вот слухи, они создают впечатление абсолютной правдивости за счет уже описанного мной приема. То есть даже абсолютно новая, полностью переворачивающаяся сложившую картину информация сообщается как известная современникам. И еще один момент, это то, что все скрытые пружины политических действий Томас Мор тут же расшифровывает, но не текстом от автора. И не безличным текстом, а он вкладывает эти аргументы в уста современников событий, как правило, это оказывается какой-то прозорливый лондонец, который тут же во всеуслышание заявляет, что нет, оно на самом деле не так. То есть получается, что вроде бы Томас Мор и нового-то ничего не сообщает, хотя на самом деле новое он сообщает регулярно. Вот вроде бы он открывает хорошо забытые факты. Ну и, наконец, последний момент, которым Томас Мор пользуется, последний прием, это постоянная апелляция к чувствам и эмоциям читателей. И здесь в ход идут эпитеты, которыми Томас Мор пользуется исключительно искусно прилагательные и так далее. Ну вот здесь вы видите пример. Например, когда Томас Мор пересказывает слух, что Ричард III якобы умертвил Генриха VI Ланкастера, он пишет следующее. Люди упорно говорят, опять же упорно, то есть постоянно, что он собственными руками
и убил заключенного в Тауэр короля Генриха VI. Злобно погрузив кинжал ему под ребро, он пронзил его и зарезал. С точки зрения фактов, вторая часть фразы абсолютно излишняя. Она ничего нам не дает, но она нас убеждает. Она вызывает сочувствие к Генриху VI и эмоциональное отвращение к Ричарду III. И на самом деле огромное большинство негативных моментов, оно на этом эмоциональном отвращении построено. Томас Мор пишет так, что мы всегда сочувствуем жертвам тирании Ричарда III и возмущаемся и болеем за них. И вот для этого существует драматизация повествования и нагнетание напряженности внутри эпизодов. Томас Мор очень красочно описывает совет в Тауэре в пятницу 13 июня, но уже после того, как совет завершен и нам рассказали, что лорду Гастингсу отрубили голову, причем не просто так, а на первом попавшемся бревне, и мы уже сочувствуем гибели этого славного человека, которого Томас Мор всячески хвалит, мы читаем про то, что, оказывается, у лорда Гастингса был шанс спастись. Томас Мор пересказывает, что накануне лорду Стэнли приснился ужасный сон, где он видел знамение смерти лорда Гастингса и послал к лорду гонца и всячески убеждал его бежать, но лорд не послушал. И были другие знамения его смерти, которые следуют одно за другим и нагнетают обстановку, и мы вновь и вновь переживаем за несчастного лорда и уже начинаем действительно ненавидеть Ричарда III, и хочется вернуться назад и как-то это повествование переиначить, но, увы, история сослагательного наклонения не имеет, но нам все-таки сообщается, что, ну, очень-очень близко к этому, что Ричард III понес наказание за свои преступления, и мы выдыхаем с облегчением. Последнее – это изобретение так называемых жареных фактов. Ну, в истории Ричарда III много подробностей, которые иногда даже не очень подцензурны. Одну из них я вывела на экран. Это то, что Ричард III якобы планировал убийство принца, сидя на стульчаке. Собственно, в чем состоит мой основной вывод? Томас Мор не был историком, вне всякого сомнения, но он был гениальнейшим психологом. И он написал текст, который полностью безупречно соответствует психологическим критериям правдивости. И мы действительно от обаяния этого текста не можем отрешиться до сих пор. В самом конце своей речи мне хотелось бы привести один пример. Наиболее авторитетный исследователь истории 15 века сейчас в Англии – это Майкл Хиггс. Он написал множество книг, в том числе биографии едва ли не всех известных персонажей. Он ярый тюдорианец, ненавистник Ричарда III, и пытается использовать концепцию Томаса Мора не в частностях. Уже давным-давно доказано, что все это так. То есть, ссылаясь на какие-то ложные факты, я на самом деле для исследователей, занимающихся историей войн роз, говорила, что небо голубое, а трава зеленая. Но тем не менее, Майкл Хиггс пытается использовать основную концепцию, что Ричард III никогда не был хорошим человеком и верным вассалом Эдуарда IV, он всегда притворялся. Правда, использует он ее в несколько смягченном ключе и называет Ричарда III мастером пиара, говорит, что он грамотно создал свой образ, воспользовался репрезентацией такой и сякой, но основная идея Томаса Мора, она до сих пор живет, реанимируется и, собственно, наверное, будет пытаться существовать дальше, потому что по совести этот текст действительно даже тем, кто Ричарда III не любит, он нравится все равно. Мы находимся под его обаянием и, естественно, действуем по принципу влюбленной девушки. Он мне нравится, он такой хороший. Значит, все, что он писал, все замечательно. Итак, на этой веселой ноте я завершаю свое выступление. Прошу прощения, что я перебрала регламент. Огромное спасибо. Свет включите, пожалуйста. Ой, спасибо. Так, дорогие коллеги, ваши еще один. Да хватит. Чего? Должно быть светло. Так, дорогие коллеги, если вопросы к... Ну, во-первых, я все равно хочу безумно поблагодарить за интереснейшую вещь, прям как детектив. Прошу прощения, сидел, я слушал с соответствующей челюстью. Спасибо большое. Вот, нет, ну во. Но все-таки это еще и научная вещь, поэтому... а не только яркое художественное произведение, доклад.
Поэтому прошу вопросы, коллеги. Пожалуйста. Я тоже хотела поблагодарить совершенно замечательный доклад. Спасибо. Восторг абсолютно. Редко у нас такие бывают. У нас на семинаре. Уточнил, так сказать. Вопросы такие. Значит, их, собственно говоря, два основных. Это первое. У вас безумно детальное изучение этой проблемы, да, Томас Мой как обманщик, это какой-то ваш большой проект, это часть какого-то большого проекта, вы собираетесь написать об этом монографию, вы уже написали, вот что это для вас такое? Потому что я с трудом верю, что вот получив предложение выступить у нас в семинаре с докладом на эту тему, вы просто сели, так сказать, и там за две недели быстренько порассчитали там все, значит, вот эти вот слова в Ричарде. И, ну, это, в общем, нереально абсолютно. А второй вопрос у меня такой. Занимался ли кто-нибудь этой же тематикой? И является ли это общим местом для специалистов по творческому мору? Вот то деление текста, о котором вы говорили, я имею в виду на вот эти драматические вставки, литературные вставки, текст от автора. Это ваша собственная придумка или вы опираетесь на какие-то чужие идеи, может быть, развивали их? Вот такой план вопрос. И последний момент, это не вопрос, а просто уточнение, как бы, да, когда Мор пишет, что старшему принцу было 13 лет, и это абсолютно нормальное явление, потому что он уже не мальчик, он подросток. Он перешел на 12 годах, он перешел в 13 лет, он является правоспособным человеком. И это абсолютно древнющая норма, просто это вашу копилку, для чего он передергивает на самом деле. Ричард убивает реального наследника, человека, который может стать королем. Так, мне сейчас отвечать, да? Ага. Нет, просто по-разному. Отвечайте. Итак, первый вопрос, к чему, собственно, было все это исследование. Ну, на самом деле, я начала работу над докторской диссертацией не по Томасу Мору, но моя примерная тема – это «Войны роз в историческом сознании второй половины 15-го, конца 16 века». То есть то, как этот конфликт воспринимали современники-историки. То есть, конечно, «Войны роз» – это тема изученная, но именно вот в таком вот ключе ее не так часто рассматривали, так как основными источниками будут выступать хроники и исторические сочинения. И, собственно, основная идея, она как раз без Томаса Мора никак не обходится, это показать, как сведения до того, существовавшие на периферии исторического знания или не проникавшие в него вовсе, то есть вот эти вот слухи, домыслы, драматические эпизоды и прочее, как они постепенно просачиваются в официальную историографию. Дело заканчивается Шекспиром, которого на самом деле уже в начале 17 века считали достаточно неплохим историческим источником, но, во всяком случае, писали, едва ли не опираясь на него. То есть, конечно, база какая-то была. Что касается подсчетов, то здесь, конечно, сильно помогает техническое оснащение. В Word же можно выделить фрагменты, посчитать количество слов. Безусловно, если бы я это делала до изобретения компьютеров, то, вероятно, умерла бы под этим грузом, а так все было не настолько страшно. Второй вопрос про деление текстов на драматические литературные вставки. Здесь отчасти устоявшаяся традиция, отчасти моя новация. Драматические эпизоды, конечно же, выделяют, потому что они очень ярко выбиваются из всего текста, и их рассматривают, анализируют. Ряд исследователей даже полагают, что Томас Мор написал нравоучительную драму, а не историю. То есть и такая вариация жанровой принадлежности этого текста есть. Что касается литературных вставок, то я столкнулась для себя с необходимостью их выделить, потому что основной пафос моего доклада был в подчеркивание тех моментов, где Томас Мор отступает от истины, а внутри вот этих вот литературизованных эпизодов такое количество деталей, что я даже не могла для себя вот текст как-то подчеркнуть. Можно было выделить либо все, либо ничего. И отсюда возникли вот эти вот литературные вставки. Ну, а текст от автора – это там, где все излагается в достаточно спокойной, наукообразной манере.
Да, ну и за вот замечание 12-13 лет, действительно, я с этим не сталкивалась. Огромное спасибо. Спасибо. Светлана Ивановна, сейчас вы уже заранее просите. У меня тоже вопрос по поводу литературных сказок. Конечно, не то здесь, не только для того, что у нас мой гениальный писатель, если что, не самый исключительно навык. Мне кажется, что когда речь идет о каких-то мышленных монологах, диалогах, то равно даже самый гениальный писатель, он... осознанно или неосознанно, как это бывает в средние века, часто опирается на какую-то литературную традицию и отчасти что-то заимствует из каких-то источников, возможно, какие-то фольклорные мотивы. Вот с этой точки зрения, можно ли говорить о том, что это просто так вот Афина Паллада вышедшая из головы Зевса, или же все-таки за этим стоит, это какой-то экран, за которым стоит какая-то. Первый вопрос, а второй вопрос, знаете, вот, по поводу, опять-таки, вот, драматических мне показалось, что они очень визуализированы. Вот, во всяком случае, в отрывках, которые мы прибыли. И вот мы как-то выросли в этом семинаре на традиции Марка Бога, да, всегда помним о том, как он говорил, о том, что в средневековом обществе господствовал старик на свышке, да, и что средневековые люди были такие визуально отсталые и так далее. Так. Мне вот, интересно знать, с этой точки зрения, вот, если охарактеризовать аудиторию, которая нарисовалась, что это за аудитория, какие там коммуникации могли господствовать, и можно ли сказать, что действительно общество, вещественная традиция превалирует над всеми прочими коммуникациями, что люди привыкли к тому, чтобы на эти слухи ориентироваться, опираться и считать. Спасибо большое. Я, конечно, не смогу с абсолютной достоверностью ответить на эти вопросы, потому что и то, и другое является некоторым образом предметом дискуссий. Но все-таки первый вопрос, как я его поняла, на чем Томас Мор, собственно, основывался, когда он вот эти вот эпизоды осмысливал, какими источниками он сам пользовался, когда свою историю Ричарда III сочинял, и вот эти вот драматические... Нет, ну, конечно, они все, гуманисты, использовали античную историографию, где речи являются базовым моментом, это более чем очевидно. И мы все можем привести огромное количество примеров такого же рода. Ну, у меня почему-то, возможно, потому что вчера я на эту тему вела семинар, всплыли записки о Гальской войне Цезаря, где Цезарь и Ариавист обмениваются речами, и вполне очевидно, что речь германского вождя Ариависта не могла быть такой, какой она описана в записках о Гальской войне, так как она совершенно в риторическом отношении, содержит огромное количество фактов и так далее. То есть, безусловно, здесь речь идет о следовании традиции, здесь просто весь вопрос в масштабе. Потому что в ренессансной историографии речи присутствуют, но они никогда не занимают столько места и очень редко выстраиваются в настоящие драматические сцены. То есть здесь Томас Мор в достаточной степени уникален. Но этот момент и в самом деле попытались развить в тюдоровской историографии, ведь постепенно история «Войн Рос» она превращается в драму, и когда вот читаешь Шекспира, например, после «Хроники Холла», то видишь, что Шекспир придумал очень мало, потому что даже вот эти вот знаменитые шекспировские восклицания, когда как минимум раз за акт происходит нечто невиданное, неслыханное и немыслимое, это прямое воспроизведение того, как тюдоровские хронисты об этом писали. У них тоже случается что-то невидимое, неслыханное, немыслимое. И идет, вероятно, это отчасти от Томаса Мора, потому что действительно и современники под обаянием этого текста находились. Что касается аудитории, ну, здесь мы можем действительно только гадать, потому что при жизни Томаса Мора этот текст опубликован не был. Более того, Томас Мор его не закончил. Причины этого нам неизвестны. Может быть, история оказалась недостаточно податливым материалом. Может быть, подошел вплотную ко временам Генриха VII, которого Томас Мор очень не любил, и, соответственно, оказывалось бы, что он вступает на очень опасную почву. Опиши он Генриха VII так, как сам хотел, при дворе Генриха VIII карьеры бы он не сделал. А если уж описывать в очень верноподданническом ключе, то где же его убеждения? Вот. Но аудитория... Ну, вы знаете, мне кажется, что отчасти это гуманисты. Его друзья, его
единомышленники. Отчасти это какие-то придворные круги, безусловно, отчасти лондонцы. Потому что идеализация жителей Лондона, она на страницах истории Ричарда III очень заметная, и она очень-очень яркая. Лондонцы якобы практически утверждают королей во времена войн Рос. Во всяком случае, Ричард III может стать королем, но как-то так по сюжету выходит, только получив одобрение жителей Лондона. Он пытается его получить дважды даже. Сначала заставив проповедника произнести проповедь, где обосновываются его права на престол, а потом уже на заседании городского совета. И лондонцы такие продажливые, замечательные, они видят насквозь все тайные дела и тут же их расшифровывают, и в войнах роста они участвуют, и кого-то поддерживают, кого-то не поддерживают, не только в эпизоде Ричарда III. То есть, видимо, вот такая вот тройственная аудитория, но, безусловно, это уже не средневековая историография. Томас Мор очень радикально отличается от других источников на ту же тему. Близкие по времени хроники, они в сущности обычные средневековые. Они такие же нудные, неинтересные. Нет, я их тоже искренне люблю, но вы поймите, что по манере исполнения, почему текст Томаса Мора так ретранслировался. Если сравнить его даже с многословной и достаточно приятной в риторическом отношении большой хроникой Лондона, то все равно это вещи абсолютно несравнимые. То есть это все-таки другая традиция. И, кстати, для Томаса Мора он где-то внутри ренессансной историографии, я натолкнулась на один эпизод, который доказывает, что письменное слово для него святыня, и он не воспринимает устную традицию. Что именно я имею в виду? Томас Мор пишет, что Ричард III якобы первое распоряжение о казни принцев отдал письменно и послал соответствующий документ коменданту Тауэра Роберту Брэкенбури. Но для всех, кто знаком с реалиями второй половины 15 века, это вещь невозможная, потому что невозможная по определению. Там даже какие-то новости значимые всегда передавались устно, и даже если анализировать эпистолярные комплексы этого времени, там есть фактически стандартная приписка. А о других настоящих новостях вам сообщит податель этого письма. То есть какие письменные распоряжения о казни? Но он гуманист, ему надо записать. Замечательно. Вы хотели спросить? Да, спасибо. У меня даже не столько вопрос, сколько соображение возникло. На мой взгляд, в вопросе о том, почему Томас Мор подвергал такой дидактической манипуляции исторического реальности, не прозвучало очень важное понятие неоплатонизма. Потому что надо понимать, что природа, о которой столько трындит Томас Мор, это совершенно не та природа, что для Декарта и для нас. Природа – это не то, что есть в действительности, а та идея, которая заложена. И вот это тоже Филипп Сидни в «Защите поэзии», что он пишет, что задача поэта – это конструировать более прекрасные, идеальные объекты, чем можно наблюдать в реальной жизни, как бы минуя действительность. И, соответственно, Томас Мор здесь действует как ренессансный поэт. Безусловно, я с вами полностью согласна, тем более, что поэтом-то он был. Известны его многочисленные эпиграммы, оды и прочее. Вот те самые лондонцы, которые так очень ответственно себя ведут, и очень мудро и гражданственно, они же ведут себя как идеальные афинские граждане, как они представляют себе ренессансные гуманисты. С его точки зрения, лондонцы должны себя так вести, и они так себя ведут в повествовании. Да, конечно же, здесь мы с вами нисколько не противоречим друг другу. В начале доклада я ведь говорила о том, что Томас Мор представляет историю такой, какой она должна была быть. Да, ну я не произнесла, конечно, тех терминов, которые вы употребили, я их буду иметь в виду обязательно. Спасибо. А можно еще маленький пожалуйста, вопрос? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот когда происходит вот это вот собрание в Тауэре 12-го в пятницу? Вот. Уже обыгрывает это? Или у него нет рефлексии на это? Мне просто безумно интересно. Нет, к сожалению, я никакой рефлексии узнать, нет. Это дурацкая вот эта вот... Черная пятница. Не традиция, а вот эта вот легенда, да, пятница? Нет, это, к сожалению, на дискорд-конфилер. Ну что, это французская традиция. Почему я об этом не знала?
Значит, он не обыгрывает. Нет, 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 ничего Жак, похожего. Жак Мале, да. Того самого? Да. Жака Мале? Да, это было тоже 13-го. Как сейчас это помню. Это уже обыгрывалось. Нет, это не обыгрывалось. Нет, 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 у Томаса Мора на эту тему ни одного слова нет. 13-го в пятницу совершилось такое событие. А чтобы была соответствующая оценка этого дня, как пятница 13, как оно в нашем понимании, интересно, когда это появилось у Моры, нет? Нет, это, видимо, вне действительно какого-то английского культурного поля. Скажите. Павел Шапкович, вы выступаете данные, пожалуйста. Я помню, помню, Павел Шапкович. Пожалуйста. Спасибо, да, было безумно интересно. Ну, я вопрос не совсем по существу. Вот на портретах Ричарда Третьего, что означает, что он держит? Он не совсем держит себя за мизинец. Нет, он действительно снимает или надевает кольцо. Вероятнее всего, речь шла о следующих обстоятельствах. Ричард III овдовел достаточно быстро после того, как вступил на трон. И, возможно, тот портрет, который копировали позднейшие портретисты, дело в том, что ни одного прижизненного портрета, к сожалению, не сохранилось. Но вполне вероятно, что он был написан для того, чтобы отослать его невесте Ричарда III. Он вел переговоры о браке с испанской принцессой, и вот это вот снимание, надевание кольца, оно как раз означало символически, что он готов к новому сватовству. Хорошо, как вы хотели? Да, спасибо. Я имею удовольствие уже второй раз слушать из уст Елены Леонидовны рассказ о бабушке персонажа. Насколько я помню, это первый раз я слышал о нем. Она рассказывала несколько лет назад в семинаре Бабковой. По-моему, тогда речь шла тоже о реабилитации Ричарда III, но, если я ничего не путаю, в сравнении с тем, как его описывает Вильгельм наш Шекспир. Не совсем, я там просто именно к визуальному ряду привязывалась, я делала доклад как раз про то, как менялось восприятие внешности Ричарда III, как у него сначала рос горб на портретах, потом сдувался, потом исчез совсем. Ну, это действительно можно проследить по портретам, и в самом деле очень забавное впечатление. Пожалуйста. Ну, не-не-не, не очень. Но у меня несколько вопросов. По-моему, вопросов сложно. Первый вопрос, мне кажется, ключевой. Как вообще сам Томас Мор воспринимал вот то, о чем он писал о Ричарде? Мы-то ведь это воспринимаем как обман. Самое естественное, как говорится, там, лукавство. А вот как он? Как убеждение? Ну, если бы мы знали. Для него это была истинная правда. Он вот все эти приемчики, которые он использовал, он, как говорится, не дурил своего читателя, а он пытался его убедить, опираясь на собственные представления, на какую-то фантазию. И в этой связи для него вот эти вот все факты, связанные с датами, именами и прочее, это все неважное, потому что истина незыблема сама по себе. Вот этот миф, который не воспринимается как миф, а как истина. И в связи с этим возникает следующий вопрос, о чем вы обмолвились. Некоторые говорят об исторической драме. Вот с одной стороны, действительно, мы не можем понять, что это такое, обман или не обман, некое противоречие, парадокс. С другой стороны, вот это историческая хроника или историческая драма. Опять-таки, тоже некое противоречие, некая амбивалентность. Я любитель таких вот вещей, поэтому всякий раз их отыскиваю в любом тексте. То, что это имеет прообразами некую форму античной историографии, об этом вы уже сказали, все эти теологии и прочее. Но у меня еще возникает вот такой вопрос в связи с этим. Мы все знаем, что такое утопия Томаса Мора. Но не все знают, что, собственно, сам текст утопии, который мы все читали в школе и в институте, это составляет вторую часть лишь этого произведения. Первая часть – это некая картина реальной жизни Англии, Тюдоровской, видимо, Англии, надо понимать так, которая сатирична. И она не должна быть такой. Должно быть так, как во второй части, а в первой части так, как не должно быть. Вот как это перекликается с
историей Ричарда Брейча. И, наконец, самый последний вопрос. Знал ли английский язык и разум латинский язык в своем произведении Томас Мор? Отвечаю по порядку. Итак, как сам Томас Мор воспринимал свой текст? Ну, конечно, достоверно мы на этот вопрос вряд ли сможем ответить, потому что, увы, его уже не расспросишь, а напрямую на эту тему Томас Мор ничего не говорит. Но мне кажется, что он был убежден в главном, что Ричард III действительно был очень плохим королем и очень плохим человеком. Потому что в те времена, когда Томас Мор жил, общественное мнение возлагало на Ричарда III. То, что он так думал, это не всякую сомнению. Да, конечно. Он это воспринимал как обман или как что-то другое? Он это воспринимал, наверное, как высокую миссию, благородную, по убеждению людей в том, во что он в целом верил, а вот эти вот детали, действительно, как вы справедливо заметили, это все не важно. Главное, что он учит их, каким не должен быть правитель, каким правитель быть должен, чуть-чуть, на примере Эдуарда IV, и осмысливает историю Войн-Росс такой, какой она по его убеждению была. То есть здесь, в частности, приносится, видимо, в жертву целому, и цель, она по-настоящему хороша и благородна. То есть он понимал, что он обманывает. Ну, безусловно, он не мог не знать, что Ричард III не такой. Он сочинение History называет. Он его никак не называет. Понимаете, манускрипт не закончен, что латинский, что английский. Нет, ну, ладно, не он обрывается. Начало есть, название нет. А внутри тоже ничего нет? А кто придумал эту историю? Нет, вообще, при первой же публикации ее и назвали «История Ричарда III». А что в первой фразе? Сейчас я вам, дорогие... Нет, первую фразу я вам цитирую. «Король Эдуард IV, жизни которому было» и так далее, это первые слова. На самом деле внутри он говорит: «Итак, я возвращаюсь к истории». Если апеллировать к истории, то есть, видимо, все-таки он сам текст осмысливал как историческое сочинение, но все же для него вот эта вот высшая правда, моральная закономерность, она была гораздо важнее фактов. Мне кажется, очень интересно посмотреть на то, какими он определениями апеллирует в смысле своего сочинения. Да, безусловно, это стоит сделать просто по историографии. Не было названия, да, не сохранилось. Нет, это наверняка кто-то из многочисленных мороведов реконструировал, надо поискать. Мороведы, да, замечательно. Я же еще не ответила на два вопроса. Я постараюсь быть максимально краткой. Жанровая принадлежность. К сожалению, его нельзя, этот текст, отнести четко к какому-то жанру. Все зависит от... В этом его прелесть, пожалуй. И проблема. Кто-то говорит нравоучительная драма, кто-то говорит политический памфлет, кто-то говорит трактат о вреде тирании, а кто-то говорит: нет, это история. А вы сами как думаете? Вы знаете, это безусловно историческое сочинение. Но оно очень и очень специфично. Да, я не думаю, что здесь уместно его в какие-то рамки помещать. Это будет прокрустово ложе, куда оно все равно не впишется. Ну и, наконец, последний вопрос про английский язык и Эразма Роттердамского. Мне кажется, что не знал Эразм Роттердамский английского языка. И вообще вот этот вот перевод на латынь, он был сделан явно через некоторое время после того, как сама история Ричарда III была... написано, и он был сделан для того, чтобы с этим сочинением ознакомить как раз интернациональную гуманистическую среду, где латынь язык общения. Да. А Полидор этот... Вергилий, он же до... Он фактически одновременно, он закончил свой текст. Он не мог просто по примеру его, потому что Полидор, по-моему, изначально писал на латыни, первый его... Конечно же. Его перевели это только довольно поздно. Да, что-то могло быть просто, как образец использован. Ну, безусловно, Мор пользовался трудом Полидора Вергилия в черновиках. Это доказано, и это абсолютно азбучная истина. Но здесь, мне кажется, более общий момент важен. Писать по латыни в эту эпоху престижно.
По латыни пишется все, что хоть чего-то стоит. Это как-то азбучная истина. Просто латынь не до такой степени родной язык для Томаса Мора, как для Полидора Вергилия, который все же итальянец. У него ближе. Поэтому он на латыни не мыслит, он на латынь переводит. Лена, вы еще не ответили на мой вопрос относительно параллельности. Параллельность, ну, вы знаете, я, честно говоря, не могу здесь сказать ничего нового, потому что, ну как, но эти тексты пишутся примерно в одно и то же время. Возможно, история Ричарда Третьего некая такая вот часть первой части утопии. Что не, да, что не должно быть, ведь основная эта часть – это история Ричарда Третьего. Я, может быть, не знаю, это что, первая часть? Нет, простите, пожалуйста, я выразилась очень неотчетливо. Мне кажется, что эти тексты хронологически близки, потому что историю Ричарда III Томас Мор написал с 13 по 18 год, там точная дата неизвестна, 1500, естественно. Утопия – это 16 год. То есть они фактически одновременно, он над ними работает, это очень близко по смысловому содержанию к первой части «Утопии». Он писал примерно о том же, о чем в первой части «Утопии». Он там описывал тюдоровскую драму. Да, а здесь он описывал предысторию. И как они сказали? Ну, как вам сказать? Да нет, ну «Утопия», она, конечно, немножечко в другом жанре. Она более такая отомана. Все прекрасно там не может быть, потому что это противопоставляется второй части. Значит, там тоже должна быть сатира. Нет, в истории Ричарда Третьего сатиры нет. Но это тоже произведение о том, как не должно быть, как и первая часть «Утопии». Так еще вопросы, коллеги. Русские хронисты тоже перевернули. Нет, на это действительно попадаешься. Коллеги, я до того момента, пока не начала проверять, я сама думала, что у него даты точные. И как только я начала копаться, я думаю, боже мой, да что же я писала-то до этого? Я же сама думала, что они точные. Я сама... Нет, я имела в виду, что они точные в целом. Ну да, вот он вначале ошибается, но дальше-то он вроде бы должен писать хорошо. Это же психологический трюк, когда он приводит точность до дня, и когда каждое событие он указывает время суток, и кажется, что он безумно точен вот в отношении дат. И я, конечно, знала, что это не всегда так, но не представляла, до какой степени это не так. И вот эти вот литературные вставки, пока я не взялась считать, я тоже думала, что их меньше трети, ну да, ну много, но допустимо. Оказалось-то почти 60%. Так, еще вопросы, коллеги? Может быть, кто-то хочет что-то высказать? Уже все сказалось. Тогда, с вашего разрешения, я хочу выразить глубочайшую благодарность вам, Лен. И еще раз давайте замечательному докладчику поаплодируем. Спасибо вам.